Дорогие назаровцы, уважаемые гости, сердечно поздравляю всех с праздником, с Днем России. Мы живем в огромной, могучей стране, которой бесспорно гордимся. Наша страна многонациональная, и мы все разные. Но Родина у нас одна. И ради нашей Родины мы совершаем очень важные и смелые поступки, потому что мы россияне. Мы вместе, мы дружны, мы готовы стоять за свою Родину. И сегодня, когда мы все здесь собрались, мы чувствуем это, что мы россияне. Дорогие друзья, нашей любимой Родине я хочу пожелать процветания. Конечно же, такой великой ее делают наши люди. Россия – это мы. С праздником, дорогие назаровцы! Спасибо.